Его наконец нашли. Новый мэр Махачкалы в скором времени приступит к своим обязанностям. Владимир Васильев определился с кандидатурой нового главы Махачкалы. Об этом сообщает сразу несколько федеральных информационных источников. Им выбран глава Басманной управы Москвы Салман Дадаев. По словам Васильева, эта кандидатура согласована как положено со всеми, и его с трудом отдал Собянин. Отметим, возможному новому мэру Махачкалы 39 лет, и окончил он юридический факультет ДГУ.